Всем привет! Линейка Redmi Note 9 не была представлена в Китае. Совсем недавно в базе данных китайского регулятора Тена появились характеристики нового смартфона серии Redmi Note 9, а также Pro-версии. И этого для поднебесной компании мало. Сегодня Министерство промышленности и информативных технологий опубликовало изображение и полностью все характеристики Redmi Note 9 5G. И Redmi Note 9 Pro 5G. Обновление данной линейки не прошло зря. Основные фишки смартфонов — это замечательные экраны, которые получили частоту обновления 120 Гц, мощные процессоры, а также топовые датчики основной камеры и емкие аккумуляторные батареи. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Итак, начнем с младшего смартфона, а именно Redmi Note 9 5G. Имеет кодовый номер M2007G22C. Габариты у данного гаджета 161 на 77 на 9,2 мм. Redmi Note 9 5G получил достаточно большой экран, диагональ которого составляет 6,53 дюйма, что является большим плюсом для большинства пользователей. Технология экрана является IPS. Разрешение, как и у всех конкурентов, Full HD+, плюс соотношение сторон 20 на 9, что является большим плюсом. В устройстве установлена неплохая аккумуляторная батарея емкостью 4900 мАч. Конечно же, Redmi Note 9 5G поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Он работает под управлением операционной системы Android 10. Сердцем смартфона Redmi Note 9 5G выступает мощный энергоэффективный однокристальный процессор Dimensity 800U. Оперативной памяти может быть 4, 6 или целых 8 гигабайт. Своей флеш-памяти 64, 128 или 256 гигабайт. Ну и гордость компании Redmi — это, конечно же, основная камера. Основной датчик будет установлен на 48 мегапиксель. Фронтальная камера будет врезана в верхний угол с разрешением 13 мегапиксель. Redmi Note 9 Pro 5G получил корпус с габаритами 165 на 76 на 9 мм при массе 214 грамм. Экран чуть больше, чем у младшей модели. Диагональ составляет 6,67 дюйма. Технология дисплея также IPS с отверстием в центральной верхней части экрана. Разрешение Full HD+, соотношение сторон 20 на 9. А вот немаловажный плюс — это частота обновления до 120 Гц. Аккумуляторная батарея имеет емкость 4720 мАч. Есть поддержка 33-ваттной зарядки. Сердцем смартфона Note 9 Pro 5G выступает мощный энергоэффективный процессор Dragon 750G. Оперативная память на любой вкус — 6, 8 или 12 гигабайт. А вот своей флеш-памяти 64, 128 или 256 гигабайт. В отличие от младшей модели, основная камера имеет разрешение целых 108 мегапиксель. Фронтальная установлена на 16 мегапиксель. В качестве операционной системы выступает Android 10. Смартфоны оснащены боковыми сканерами отпечатков пальцев и слотом для карт памяти microSD. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Redmi выпускает все лучше и лучше свои продукты. А почему бы не выпустить обновление, когда очень и очень и так идут неплохие продажи? Они просто взяли, можно сказать, похожий корпус, поставили туда более-менее мощную начинку, можно сказать, даже флагманскую, и выпустили продолжение. И люди будут покупать, потому что цена будет не завышена, потому что характеристики топовые, потому что вы за небольшие деньги покупаете очень и очень неплохой продукт, который может запросто, ребята, запросто конкурировать с А-брендами. Но все же, действительно, очень много людей именно переходят на компанию Xiaomi. Вы не тратите ни копейки за бренд, вы просто покупайте именно начинку. А навар у компании Xiaomi, как мы знаем, очень маленький. И это хорошо нам, потому что мы получаем все за небольшие деньги. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.